Строящиеся автовокзалы, западный обход, очистные сооружения водоканала и музей железнодорожной техники, ясли, сад номер 7 и станция скорой медицинской помощи. Список объектов, которые посетили в рамках выездного заседания народные избранники, широко охватывает не одну сферу. Сегодня строительные, монтажные, реставрационные и прочие работы по усовершенствованию областного центра проводятся повсеместно. В проекте по подготовке к тысячелетию без малого 30 крупных объектов. Ход работ на них и оценили депутаты. У нас приближается тысячелетие города Бреста, и мы сегодня на президиуме еще раз решили посмотреть, а что сделано в преддверии этого тысячелетия и что сделано для развития туристического потенциала области. И мы убеждаемся, что динамика здесь очень-очень положительна. Повышение туристической привлекательности областного центра – еще одна важная тема. Город над Бугом рад гостям всегда, но в год тысячелетия особенно. Свой вклад в комфортное размещение приезжающих должна внести и гостиница известной мировой сети. Работы по ее возведению стартовали полтора года назад. Ближе к концу текущего здесь, вероятнее всего, будут принимать первых постояльцев. К слову, за 7 месяцев 2018-го город над Бугом уже посетили более 50 тысяч человек, из них порядка 9 500 в рамках действующего безвиза. Постоянные туристы, которые едут в город Брест из стран СНГ, этот процент так и сохранился. Но с введением безвиза именно количество туристов возросло у нас с Западной Европы. И именно вот эти 10 тысяч, которые к нам приедут уже к началу сентября, это именно та большая разница, которая на данный момент присутствует в количестве туристов, которые приехали в город Брест. В основном это туристы у нас из Польши. Также большим интересом у нас пользуется наш город именно у туристов из Литвы и Латвии. Разговор о миллениуме Бреста, а также туристическом потенциале был продолжен в рамках пленарного заседания. Выступающие детально ознакомили депутатов с ходом реализации большого проекта «Брест-2019» от строительства до культурной программы. Мелочей при подготовке к круглой и красивой дате нет. Повышенное внимание к деталям сегодня – залог успешности всего юбилейного года.